Поменяйтесь местами, посади. Да микрофон я ему подвинул, понимаете? У меня микрофон даже далеко сидит. А ему сейчас микрофон в самый рот засунул. А вот так если. Что вот так? Вот. Во, вот так сиди и общайся, блядь. Здрасте. Слышно меня хорошо? Вот, и я тебе в рот подсунул микрофон. Посмотри меня, как слышно. Ну, бывает чё. Бывает в жизни огорчение. Долгих лет тебе жизни, хорошего стримерства, туда-сюда. Давай. А теперь самое интересное. Да? Ребята, ваше здоровье. Бля, куда я уже показываю? Ваше здоровье. Ваше здоровье. Твое. И твое здоровье, да. И ваше тоже. На позитиве, пацаны. Звенят бокалы, гасят свечи. Буба, что ты там кишмаришь? Какой-то чай у тебя. Чай крепкий. Бля, ты заколебал мне тут слюни пускать свои. Бля, реально чай какой-то не тот, блядь. Дай угадаю, ты нихуя не понял. А это ж не каркаде. Каркаде. Ну ладно. Новый сорт каркаде из Индии, блядь, прямиком. Ну так, более-менее. Такое себе, да? Да. Буба достигнет точки Деунь и будут мудрости. Блядь, ну Деунь, нахуй. Дзунь. Дзинь должен быть, а не Дзунь. А я Деунь написал, типа... Дзунь. Я думал, Даунь сейчас достигнет точки Даунь, и будут мудрости, а там Дзунь. Второй выпуск. Продолжаем хайпить. Показывает, как не надо играть. Зачем ты вышел с боя? Потому что я слился. А у тебя не на чем играть теперь. У меня есть, блядь... Бабаха без снарядов, слабо? Ой, без оборудования. Давай. Смотри, а у тебя снаряды? Снарядов нет. А есть какой снаряд какой-нибудь один? Купи снаряд какой-нибудь. 3. Ой, ну хватит. Это 5. 5 снарядов? Да. Давай, окей. И на 5 снарядов бой. Великий мудрец Бубняу. Кто? Бубняу. Великий мудрец. Тебе чай налить? Да, налей чай, а то Бубняу уходит. Бубняу? На тебе Бубняу. Как далеко я могу заехать за это здание? Не знаю, пробуй. Ты же водитель. Ты же водитель. Я водитель тепловода. Я так и не приеду до сих пор. В чем смысл кукух? С этим вопросом мне пришлось жить 2 минуты. Ты помнишь, в чем смысл кукух? Откладывать яйца в другие гнезда. Это, блядь, вообще шикарно. Чё? Вы хотели мудрость, вот вам и мудрость. Мудрость зашла. В чем смысл кукуха откладывать других дел? Ой, бля, привет, всем привет, ребята, всем привет, блядь. Вот вам в чем смысл кукух. Да. Откладывать яйца других дел. Стоишь, блядь, у тебя 4 снаряда осталось. Играй, играю. Ой, что-то мне там... Все, давай. А можешь мне на вайбере плющик поставить? Вот, подожди, да я сниму эту вот, защиту. Давай я буду уже на телефон. Блять, ну подожди. Во. Выйди с инстаграм. Я утопил тебя, блядь! Пара-бара-пам. Пу! Я сижу на стрим. Блядь. Ну вот у тебя что, ФВС-то опять 5 этих? Да, это пойдет. Ну давай. Ты понимаешь, если ты на нем даже попадешь хоть 2 раза, ты уже, блядь, уже статка уже серенькая. Вот это поворот!
Зрители просят. Блять, ну я ж не знаю, блять, как там можно сказать. Но. Жизнь говно, но я держусь, я не знаю, блядь. Я на плаву. У меня каждый месяц у меня этот челлендж проводится. Выжить любой ценой. Все очень плохо, друзья, мы в жопе, блядь. Пойду выпью и подожду постапокалипсис. Да. Дети, семья. Да, дети у другой семьи. В моей семье чужие дети. Ну, дети есть. Чужие дети, мои дети. Там уже жена. Ну, блядь, жена на кухне уже смеется от твоих дети в чужой семье. Не хватает еды. Да, и, например, я что-то хочу, но не хватает... я себе много чего отказываю. Много себе в чем-то отказывать. Не хватает еды. Не хватает сна, да? Спишь сколько в день? Ну, сейчас собаку сдал, буду больше спать. Куда сдал? По деревню закину сегодня собаку. Сна не хватает, еды не хватает. Что тебе еще? Не, ну сейчас еду нашел. Сегодня резал кабана, как бы еды хватит на месяц. О, бля, я не могу. Видите, вопрос решен. Что тут еще? Буба, ты что с собаками-то? Собака не то. Шерсть ему он начал кидать по квартире, я решил его это у деревни оставить. И давайте все вместе. Там кому-то плохо. Я еще не дочитал, наша нахуй же. Уже смешно, пиздец. Что-то видишь? Да. Да. Что данный молодой человек несет? Херню. Говорит? Херню. Я приду к тебе в кровать и согрею тебя своими холодными ногами. Это ебать. Ебать, что у женщины должно быть. Вот это я понимаю. Не, так вы понимаете, звонит тебе подруга. Ты скоро? Да, я скоро приду. Я приду с холодными ногами. И я тебе... Это киборг. Это просто... Давай пизду. Зеленый чай. Это все чай. Так, а вы реально считаете, что два мужика играют и стримят, это норм? Жеребец Бруно. Буба, ответь ему. Пожалуйста, я просто не хочу на колесо обозрения данного молодого человека садить. Ответь ты ему на вопрос. Вот почитай сообщение вот этого Бруно. Жеребец. Ты любишь карусели? Буба, ты можешь ему, жеребцу, что-то сказать? Я не скажи знаю. В микрофон нормально. Я с конями не общаюсь, откуда я знаю, как с ним, блядь, разговаривать? Я жеребец, блядь. Короче, мы с конями не общаемся. Ты видишь, как они ногами делают? Это жесткий. Дует ветерок между ног. У кого дует ветерок между ног? У девок. У девок. Откуда там ветер? Не, ну реально, если вот такое рассуждать, дует между ног ветерок. Откуда у девушек между ног ветерок? От быстрой ходьбы. Салам алейкум, точка, с днюх, и братан, точка, крепкого здоровья тебе и твоим близким, точка, успехов и удачи, процветание канала, точка, знай, мы всегда рядом с тобой. Садотоки, спасибо большое за поддержку, спасибо за поздравления. Короче, дует между ног ветерок.
у девушек. Почему? Потому что быстрая ходьба. Буба сказал, потому что быстро ходит. Поэтому ветерок дует. Между ног. Долі лепшей, якої долі хліба, солі, а що болі землі волі, хліба, солі, землі волі, хліба, солі, землі волі. Я дохожу до хліба, солі і землі. Чим освіч дорогу вотам, чим бути хочеш, не будь скотом. Що? Хліба, солі і землі поболі. Це ж скотом, не будь. Лезгинка? Ай, вах, друг, бля. Лезгинка? Лезгинка? С уважением, лысым чат, я вас люблю, точка, топим всегда за Саню, точка, братва рвется к власти. Ой, бля, Сабатоки, спасибо большое за поддержку, спасибо. Шикардос, великолептос, блестяще, да. Торкнуло, торкнуло? Я а он не... даже не до... ну, он еще чай не может допить до конца. Да, мне еще чай надо допить. Чтобы торт... Реально у него плюшка уже в голове пошла. Плюшка? Плюшка. Сочная плюшка. Ага. Чтоб мне торкнуло, это надо, блядь, еще торкнуть. Что-то нормально. Чтоб его торкнуло, надо ему торкнуть еще. На блюдечке. Я превращу твои печали в шуточки. Тебе же лучше будет самому. Если Азиза поставит, я выхожу. Не надо, Азиза. Там гейский парень. Красивый, но гейский. Красивый? Азиз, он красивый, но гейский. Гейский. Гейский хлопец. Гейский хлопец, на. Гейский хлопец, но сука красивый. Ну сука, да. Вымытый хорошо. Вот это Буба пишет, блядь. Я зачитывал. Что он несет? Он говорит, Азиз, Азиз, он хороший, но это вымытый. Вымытый. Хорошо вымытый Азиз. Сколько нахуй? И, а кто это? Виталий Муга? Как ты думаешь, наверное, Виталий Муга. Ой, Моргенштейна поставил. Наверное, это Виталий Мон. Виталий, это ты? Не, очки. Буба. Блядь, Буба. Это ж музыка. Блядь, это реально жесть. Да, это реально все. Отда, друг! Спасибо, Виталя. Это пиздец. Это все. Разрыв. Это жестко, да. Это разрыв крашнообразных связок. Погнали. Отца. Буба, отца. Я по-иному завалю тебе пасть. На часах 23, я на шаг от 30. На часах 23, я на шаг от 30. Кто там Лавинский пишет, ничего? На часах 23, я на шаг от 30. На часах 23, короче, на колесо обозрения хочешь. Ты хочешь услышать на своей жопе стук моих яиц или что? Бывшим наделали детей. Как я рад, что не встрял в этот ад, все никак у людей. Ой, этих, блядь, осуждений. Наконец-то никак у людей. Наконец-то никак у людей. Ну, сам начал. Леш, спасибо большое. Короче, ребята,
Что я хочу сказать? Спасибо вам большое за шикарную поддержечку. Вот такую, вот двойную, вот такую вот, блядь. И был бы палец подлиннее. Вот, шикарная поддержечка. Дай Бог здоровья вам, вашим родным и близким. Спасибо за онлайн, спасибо за лайки, ребята.